А сейчас я думаю, что можно уже пригласить на сцену того человека, из-за которого все началось 9 лет назад с половиной. Готовы? Ну, так как-то готовы, да? Ну хорошо. Итак, Андрей Парабеллум. Ну давайте как Снегурочку. Парабеллум, Парабеллум, Парабеллум. Сейчас, секунду. Секунду, сейчас разберемся. Алло, ты где? А? Ты где? А что? Конфа началась. А, ну сейчас буду, 2 минуты. Какие 2 минуты? У нас уже тебе выходить пора. Ну, сейчас буду, 2 минуты, говорю. Тебе сейчас выходить, какой? Что музыку делать? Музыку поставить, Касабланку поставить. Какая Касабланка, у нас живая конфа. Сейчас буду, 2 минуты. Давай, мы уже начали. Сейчас, 2 минуты. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back. Left the love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. You're nothing crazy, what I'm about to say. She's here, you can take a break. Hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, all the way. What I need it is, I need the dollar. A dollar is what I need. I need the dollar. Your dollars are what I need. So if I share with you my story, would you share your dollar with me? Go ahead, share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Доброе утро! Спасибо. Ну, мы решили немножко раскрасить ваше утро за 2 минуты. Итак, тема сегодняшней инфоконференции, общая тема, вы, наверное, поняли, Новый год, подарки. Я, пожалуй,
разоблачусь. А то немножко жарко, а вдруг кто-то не понял, что это я. Сегодня будет особенный день. Следующие 2-3 дня вы проведете в ускоренном темпе. Мы вам попытаемся показать всю палитру новой магии, нового инфобизнеса, нового подхода к обучению, нового подхода к самообучению, к образованию, к тому, что делать мир лучше через изменение качества жизни людей. Мы с вами сегодня входим в один из самых главных трендов, про который вы услышите, я уверен, сегодня не раз. Это то, что мы входим в информационный век. То есть информационные технологии уже пройдены этап немного. Мы уже научились считать конверсию, мы уже научились считать KPI, увеличивать средние чеки, и роботов оптимизировать мы умеем довольно неплохо. Следующий этап – это оптимизировать людей, это оптимизировать знания, это оптимизировать навыки, это оптимизировать результаты. И совсем недавно такая небольшая страна с маленьким влиянием в мире, как Великобритания, выложила свою стратегию развития на следующие 20 лет. И первое, что там стоит, это то, что мы вошли в век информации, и то, что производство – это удел других стран, а тот, кто владеет информацией, будет владеть миром. Мы с вами помогаем нашей стране, странам, ближайшим, да и в принципе всему миру, нести качественную информацию, нести качественные результаты в души наших клиентов. Мне кажется, что за следующие 2 дня или за 3 дня, если вы на VIP-день остаетесь, мы покажем вам всю палитру того, что возможно уже сегодня, и вы что-то для себя возьмете, сделаете свой бизнес или свой инфобизнес уже совершенно по-другому, подойдете к этому совершенно по-другому. Поэтому давайте друг другу похлопаем, потому что мы эти 2 дня или 3 дня вместе. Спасибо. Ну, Максим уже спрашивал, еще раз спрошу. А кто из вас из других стран приехал? Поднимите руки, пожалуйста. Из каких? Да, Беларусь. Еще? Украина. Еще? Казахстан. Отлично. Еще? Тишина. Остальные к 10 не приходят, я понимаю. Едут еще, да, доезжают. Ну, вы увидите, что люди будут приходить, уходить. У нас, по организационным моментам, у нас... Через какое-то время будет 2 площадки работать. Основная площадка будет здесь, и вторая будет в соседнем зале. У вас будет возможность выбрать, каких спикеров вы хотите услышать, каких спикеров вы хотите посмотреть, что у них изучить. Но чтобы вы ничего не потеряли, мы все записываем на видео, у вас будет полный доступ ко всему видео. Потому что, ну, я считаю, это необходимо. Потому что вы все равно будете думать, если я пойду в первый зал, во втором что-то пропущу, а что если во втором зале я услышу, а что если в ритейле что-то увижу, и так далее, и так далее. Мы записываем полностью все мероприятие, и это все мероприятие у вас будет доступно на видео, вы сможете его весь еще раз просматривать и так далее. Для начала хочется поговорить немножко про образование и про обучение. Нас, к сожалению, со школы, с детства и потом в университетах обучали, что есть один способ обучаться. И есть один способ обучать, соответственно. То есть сначала нужно понять, а что же, какая информация нам нужна. Мы сначала идем за информацией. Потом эта информация каким-то магическим образом переводится в знания. Дальше, когда мы что-то знаем, мы сдаем экзамен, показывает уровень наших знаний. Дальше на что? Вспоминайте свои университетские годы. Практика, совершенно верно. Теперь необходимо эти знания применить на практике. Но когда вы приходили на практику, что вам говорили? Забудьте все, что вы слышали. Забудьте все, что вам рассказывали. Потому что практика – это другое. Это другой пласт совсем. И часто теоретическая информация мешает практическим знаниям, практическим результатам. Следующий шаг после практики, да, это именно доведение до результата. Вдруг мы понимали, что мы вроде бы теорию понимаем и даже на практике что-то умеем, но результатов добиться у нас не получается. И мы начинали искать, как же добиться результатов. Сначала маленьких, потом средних, у кого-то огромных результатов. Но интересная штука, что жизнь нам начинает показывать мир совершенно с другой стороны, что каждый из вас знает человека, который
владеет какой-то информацией, вот начитался книжек, но при этом не умеет ничего на практике и не может это применить. Кто знает таких людей? Они часто ходят по тренингам, да? По конференциям. Ну, потому что ценность тогда в информации, ценность у таких людей, кто больше знает. Да, вот я тоже такой иногда бываю. Ну, ладно, я тоже тогда бываю всегда. В проекте «Книга в день» я за прошлый год, мы курировали конспектирование бизнес-бестселлеров. За год мы сделали 1700 конспектов. Я прочитал 1700 книг. У меня мозг порвался, просто сказал, хватит. И я перестал читать, я последние 20 лет читаю книгу в день. И вот, наверное, с апреля я прочитал, наверное, книг 5, может быть, 10. Это большой кайф, то есть я убрал скорочтение из жизни. Тем не менее, знание — это одно. А кто из вас знает человека, который вот умеет применять знания на практике, но результатов у него практически нет никаких? Знаете таких? Вот они умеют, они что-то делают. Вот у каждого есть такой знакомый или знакомая, который очень много всего делает. И вот они все время заняты. Они с умным видом ходят, вот если вы кто-то работаете на наемной работе, там с умным видом ходят по офису. Все время с папками, звонят, то есть все время идет какая-то движуха. Но абсолютно никакого результата в конце месяца. Знаете таких, да? Есть такое. Значит, задуматься, что же с этим делать? Хорошо. Но вот если знания — это отдельный пласт, навыки — это отдельный пласт, результат оказывается третий. А вот вы знаете людей, которые доходят до маленьких результатов, до первых, и дальше сливаются? Видели такое странное? Вот они говорят, я очень хочу зарабатывать. Начинаю там, не знаю, несколько тысяч рублей заработать, скажу, все, мне хватит. Это то же самое, для меня это странно, потому что это как джинну вызывать. Да, там, потер, нашел лампу Аладдина, потер, джин выходит, говорит, мне нужно больше денег. Я говорю, окей, вот тебе рубль. Спасибо. Все, ну, человек счастлив. Я не знаю, для меня это очень странно, потому что маленькие результаты, а людям хорошо. Они говорят, я вот хочу, причем многие говорят, я сначала маленькие результаты хочу, потом средние, а потом уже я буду замахиваться на большие. Кто так иногда думает? Вы понимаете, в чем дело? Здесь такая проблема. Это как, я вам попытаюсь на язык перевести жизни. Это как вы говорите, я сейчас буду учиться на велосипеде кататься. Я сначала буду медленно кататься и все время падать. Потом уже, когда я медленно не буду падать, или когда уже все лицо станет синее, ну там уже синяков нет, уже все в один синяк. Тогда я буду со средней скоростью, чтобы было безопасно. А потом уже я подумаю про гоночные, про большие скорости. Но так же не работает. Если в жизни так не работает, почему мы думаем, что в обучении это так работает? Маленькие результаты, когда вы идете, вы не получаете ни средних, ни больших. Когда вы идете за средними результатами, вы не получаете больших и так далее. А кто из вас знает человека, который вот, у которого есть хороший результат, и вы к нему подходите и говорите, как ты его добился? Это фиг его знает. У кого такое? Или даже по-другому, а у кого это такое было в жизни, что к вам подходят и говорят, слушай, ты вот так классно, у тебя вот это все. Вот как ты этого добился? А ты смотришь, ну как-то добился, как-то вот так вот. У кого такое есть, да? Есть, да? Это потрясающе. Причем очень часто, если вы начинаете очень много делать, к вам приходят и говорят, как ты все успеваешь? Вот а скажи-ка, вот как все успевать? А ты смотришь на свой список, говоришь, а вообще ничего не успеваешь. Вот. И ты не знаешь, что им рассказывать, потому что вот вообще в принципе ничего не успеваешь. А со стороны тут потрясающая интересная штука, что когда человек считает, что он очень мало делает, обычно он со стороны кажется, что он делает очень много. И все к нему притягиваются и говорят, слушай, поделись. Кто говорит, отстаньте, я не успеваю. И наоборот, когда человек говорит, я очень много делаю. Целых 3 дела. Они у меня красиво разными ручками записаны в красивый ежедневник. И я их еще переношу в iPad с бумаги. Вот они у меня красиво в iPad. И я купил 4 программы. Я сейчас тестирую, какая программа лучше. Чтобы они с iPad автоматически в iPhone и вот это все с привязкой. То как бы со стороны ты смотришь и думаешь, ну,
Это вот, кто из вас тайм-менеджментом пытался заниматься? Вот прям реально пытались. Глеб Архангельский, Дэвид Аллен, GDD. Вот максимум 2 недели, правда? Хватает. Вот это отличная, опять, тайм-менеджмент – отличная система для тех, у кого 4 дела в день. Вот отлично. Их можно красиво разложить по коробочкам, можно переносить из одной корзины в другую, что сначала вот в общую, потом в сегодняшнюю, потом сделано, в конце дня проверить итоги, что сделано, сказать, я молодец, одно дело сделал. А там из этих дел, там открыть ежедневник, запланировать, прочитать, что запланировал. Да? А если вы работаете, если у вас жизнь кипит, то у вас список на день не влезает на А4, да? Пробовали так? И вы начинаете работать, и вы в него не заглядываете. У кого такая жизнь, да? Что просто вы записал, можно идти поесть, да? Ну что, уже планирование – это половина дела. К сожалению, у многих это половина дела на этом и заканчивается. Так вот, одна из вещей, которые нужно понимать, что есть совершенно разные задачи в обучении. И к вам приходят люди с разными задачами. Кому-то вот есть потрясающий тест Colby. Некоторые его знают, но многие нет. Colby.com. На английском языке проходишь 36 вопросов, он тебе показывает тип твоей личности. Я его заставляю проходить каждого из своих клиентов. И у нас все директора в компании его тоже прошли. Очень интересная вещь. Я раньше думал, ну просто вот подставляешь имя, фамилию, тебе примерно то же самое выдает. Оказывается, нет. Есть люди, которым по психотипу тест говорит, вам крайне необходимо концентрироваться только на одном проекте. Как только у вас 2 или больше, у вас все валится. Но вот реально, мне это странно, потому что я не умею на одном. Мне на одном скучно. Я на одном могу 15 минут концентрироваться. А дальше мне нужно что-то еще. А есть люди, которым говорят, вам очень нужно много проектов. Вот многозадачность для вас. Причем много проектов одновременно. И вы представляете, нас с детства наказывают за нашу ключевую компетенцию. Вот если вы умеете концентрироваться на одном, то что вам говорят? Вы медленный. А что ты не можешь, как все, делать 3 дела хотя бы? Или вот, я не знаю, замечали, я по улице иду, если мне приходит сообщение, и мне нужно ответить. Я замечал, я останавливаюсь, читаю, отвечаю и дальше иду. Я не могу читать или отвечать на сообщение и идти. Я знаю, а если вот кто-то на машине едете, вот если я веду машину, а мне нужно быстро ответить что-то кому-то, или я с кем-то по телефону разговариваю. Вот чем интереснее разговор, тем не туда я уезжаю, тем больше не туда я уезжаю. Поэтому на длинной дистанции ездить можно, а на короткие, вот в Москве особенно, да, там поворот пропустил, это еще плюс 45 минут в поездке. Но с другой стороны, если ездишь ночью, то думаешь, ну еще кружок по Садовому кольцу, ну ничего страшного. Вы должны понимать, что все люди разные, и мы разные, и вы должны перед тем, как идти в какое-то обучение, вы должны понять, зачем вы здесь. Вот сегодня мы должны ответить на вопрос, а зачем мы сюда пришли? И прежде чем вы на него ответите, потому что у каждого есть свои ответы, я расскажу в общем. В общем и в целом, если вот когда вы ничего не знаете, если вы совсем новичок, для кого инфобизнес сейчас темный лес, вы сюда пришли узнать что-то? Вот если вы новичок, вы идете за знаниями, вы будете цеплять крупицы оттуда, о, мне человек понравился, о, мне тема понравилась, о, оказывается, можно вот так сделать. То есть вы идете за знаниями. Если вы уже умеете, то вы будете идти за фишками, которые дадут результат. Кто из вас умеет уже? Вы будете за новыми вещами, которые вас поднимут на следующий уровень. Это нормально. А если вы внимательно смотрели за моими соцсетями, ну, особенно за Инстаграмом, крайние там пару месяцев, месяца 3, наверное, то у меня идет череда интересных трансформаций, в том числе и в целях обучения. Я сейчас иду в какое-то переживание, в какую-то ситуацию, для того, чтобы пережить ее, то есть прожить ее полностью, и понять, кем я стану, когда ее пройду. То есть я иду не за процессом, не за знаниями и даже не за результатом. Это становится второстепенно. Будет, будет, не будет, что-то всегда будет. Но задача именно пройти, пережить и понять, как ты изменился. Я иду за внутренними изменениями. Такие люди тоже есть. Они, правда, кучкуются не в Москве, а в более спокойных, дождливых городах.
Но тем не менее, вы обязаны, если вы кого-то обучаете, учитывать множественные характеры людей. И, а теперь давайте мы вот с этой информацией пойдем в более практику. Подумайте и запишите, а что вы хотите от следующих 2-3 дней? Вот какие ваши цели? Что вы хотите узнать? С кем вы хотите познакомиться? Что вы хотите услышать? И что вы, самое главное, с этим готовы сделать? Да, у вас есть потрясающие тетради, которые мы готовили очень долго. Это, ну, Максим, когда выйдет, расскажет вам. Эта книга будет с вами весь год, я надеюсь. Мы переделали все в инфобизнесе через геймификацию, чтобы вы могли понять, какие вам нужны знания, какие вам нужны навыки, какие вам нужны результаты, чтобы прийти к своим целям. Но пока запишите свои цели только. Когда будете готовы, поднимайте руку. Что записали? Для тех, кто не записывает и смотрит с позиции наблюдателя, тоже неплохая позиция, если вы не открываетесь миру. Это нормально. Ну, у каждого из нас есть такие периоды. Просто поймите, если у вас нет цели перед каким-то событием, то вы будете вписываться в чужую игру. То есть у нас есть на вас цели. Поэтому свои можете не записывать. Будете по нашим тогда жить. Не вопрос. Когда записали, поднимайте руки. Угу. Отлично. Супер. Следующее. Ваша задача будет найти человека или людей, с которыми вы это будете делать. Потому что одному всегда тяжело, один вы всегда скиснете. Неминуемо у вас будет всплеск. Вот вы эти 2 дня будете как бешеные кролики, с радостными глазами. Я все понял. Я все поняла, надо все делать по-другому. Вот. Уснёте, утром проснетесь и будете думать, так, что вчера было? Что-то я не очень помню. Потому что чем больше будет у вас эмоций, тем меньше будет работать мозг. Это нормально. Это в порядке вещей, это запланировано так. Так вот, задача, чтобы делиться новыми инсайтами с кем-то. Для этого нужно с кем-то познакомиться. Поэтому сейчас давайте, поверните с человеком справа, слева, познакомьтесь со своими соседями. Можете также познакомиться с соседями спереди и сзади. Следующее задание. Одному из своих соседей расскажите... Тишина должна быть в библиотеке. Оживились сразу, проснулись. Это хорошо. Расскажите о своей цели. Вот вы рассказали о себе. Услышали человека, который рассказал вам о себе и своем жизненном пути, возможно. Есть такие люди тоже, которые начинают говорить, ух, в 1812 году мой прапрадедушка. Так вот, вот то, что те цели, которые вы на сегодня, завтра, послезавтра записали, расскажите соседям о своих целях, послушайте их цели, и подумайте, как вы можете что-то предложить друг другу, как вы можете быть друг другу полезным, как вы можете друг другу помочь достичь своих целей. Поехали. Ну что, кто из вас уже знает, как достичь своей цели? Поднимите руку, пожалуйста. Вот вы уже поняли. Для вас конференция закончена. Смотрите. Есть еще одно очень интересное понимание, которым хочется поделиться.
Настоящие цели стоят всегда за теми, которые мы хотим в данный момент. Поэтому очень важно исполнять свои хотелки. Вот у вас есть какая-то, вот вы пришли сегодня с какой-то целью, поговорили со своими соседями. Наверное, можно понять, что есть за этим что-то еще. За вашей целью, которую вы проговорили и прописали, есть какая-то другая. Либо более глубокая, либо более интересная, либо просто другая. Вот подумайте о том, какая она может быть. Потому что, смотрите, вот у нас недавно был тренинг продажи со сцены. Мы с Андрюшей его вели. И мы пытались, в первый день пытались показать, что где бы вы ни выступали, как бы вы себя ни презентовали, даже если это просто рассказали соседям за 30 секунд о том, кто вы есть, у нас мы состоим из трех частей очень важных. Первое – это наше ядро. Вот если вы смотрели Фрэнка Керна Core Influence видео, если нет, обязательно найдите, посмотрите, оно в YouTube есть и ВКонтакте тоже. Мы его скоро переведем, озвучим, выложим для вас, чтобы у вас была возможность его на хорошем русском языке посмотреть. Но в любом случае, это то, это про наши ценности, это про то, кто мы есть. Следующий уровень – это упаковка, это то, как мы себя пытаемся показать внешнему миру. Это наш имидж, это наш бренд, это то, что мы делаем, опять же, мы пытаемся закрыть очень много разных движущих частей. И третий уровень – это трансляция. Это наши действия по показыванию мира нашей упаковки и нашего ядра. Так вот, очень важно работать с упаковкой, очень важно работать с трансляцией. Но в первую очередь необходимо работать над собой. Вот какая-то глубокая цель у вас должна быть, которая не закончится в эти три дня. Мне хотелось бы, чтобы вы записали сейчас цель для вашей глубокой проработки. Вот что бы вы хотели в себе попробовать прожить, попробовать изменить. И опять, сильные изменения всегда страшно. Мне помогает сейчас вопрос, ну хорошо, я в это поиграю. Представьте, что это просто можно попробовать. Тогда изменения приходят гораздо более натуральные. Так, записали сейчас более глубокую цель, опять, не на эти три дня, но вот на ближайшее будущее, обозримое. Что бы вы хотели в себе проработать, что бы вы хотели в себе изменить? Над чем бы вы хотели подумать? Или поискать, может быть, какой-то ответ? Это может быть не цель, это может быть вопрос, на который вы не можете найти ответ. И вам крайне необходимо понять, где же в вас этот ответ. Про что вы сегодня? Готовы? И тут интересный чит-код, опять же, из практики, буквально недавней. На своей шкуре, на своей истории понял, что когда ты что-то ищешь и не можешь это найти, когда у нас есть схватательный рефлекс, мы пытаемся, вот мы поняли, что мы хотим, мы пытаемся это схватить, у нас не получается. Самый простой способ – это найти, кому это надо больше, чем нам, и отдать это. Это сложный вопрос. Если у вас есть вот это вот то, что вы пытаетесь получить в себе, получить от Вселенной, получить, я не знаю, каким-то образом получить или понять, найдите кого-то вот сейчас здесь, или вы, может быть, вы услышали, кому это, может быть, нужно больше, чем вам. И вот это ему или ей отдайте. Найдите способ дать. Почему-то вы сразу получите то, что вы ищете. Запишите теперь действия, которые вы будете делать для поиска других результатов. Как-то неожиданно инфоконференция превратилась в тренинг личностного роста. Но это все про это же. Это все про нас с вами. Можно? Вы написали цель для своей проработки. Теперь перефразируйте ее. Что вы можете, кому можете что отдать, чтобы вы вот добились своего результата? Это не мое, это еще Ганди говорил. Be the change you want to see in the world. Будьте теми самыми изменениями, которые вы хотите получить. Или которые вы хотите увидеть.
Отлично. Теперь давайте вернемся к тому, с чего мы начали. Что есть разные уровни информации, есть разные уровни знаний, разные уровни навыков. Подумайте, вот если рисовать колесо жизни, у нас у каждого есть очень важные зоны в жизни, которые мы умеем прокачивать, мы любим в них погружаться. Для кого-то это семья, для кого-то это работа, для кого-то это самопознание, для кого-то это что-то еще. В зонах, в которых у вас уже все хорошо, подумайте, какой для вас будет следующий уровень. Опишите в результативном виде, не в процессе и не в знаниях, а в результативном виде, что для вас следующий уровень. Ну, допустим, в финансах, да, если вы зарабатываете сегодня 100 тысяч рублей, какой для вас следующий уровень? Для кого-то это 110. Мы пойдем медленно и печально. А кто-то говорит, я заработаю 100 тысяч, я меньше, чем на миллиард, уже не согласен. Обычно у Вселенной есть чувство юмора. Но вот подумайте, какой для вас не идеальный вариант, куда вы хотите в будущем прийти, а именно следующий шаг, следующий уровень. Тут интересная вещь, заметил, что каждый из нас в своей зоне комфорта, в своей теме, которой вы разбираетесь, уже знает, как удвоиться. Вы просто это не делаете. Вы уже знаете, как в два раза больше зарабатывать. Вы уже знаете, как делать дел в два раза больше. Надо просто их делать. Не говорить, не планировать, не думать, не тупить, не заниматься, когда у вас важное дело, заниматься уборкой, очень важной. Или, ой, я сейчас только досмотрю сериал, ой, вот как раз новый сезон вышел. Я только одну серию гляну одним глазком. Или увидели где-нибудь, у кого-нибудь в Инстаграме, да, там, сериал «Миллиарды», да, кто-то мне писал. Ух, я решил посмотреть, там, что за эти миллиарды. И пока весь сезон не закончился, с него не слезал. Вот так нужно со своим делом заниматься. Сели на 5 минут, и пока не закончились, не заканчивайте. Смотрите, здесь фишка интересная вот в чем. В два раза вы знаете, как сделать, и вам нужна мотивация. Но если вам нужна мотивация, вы смотрите не туда. Проще ставить цель в 10. Вот в 10 раз вам придется что-то делать по-другому. Вы этого сразу рывком одним не достигнете. Но если вы начнете думать, как увеличиться в 10 раз, вы будете видеть другие варианты. Потому что в два раза обычно ответ у нас очень простой, он арифметический. Он нужно всего лишь в два раза больше работать. Ну, я работаю 8 часов в сутки, ну, всего лишь в два раза больше, нужно 16. А для тех из вас, кто 16 работает, тогда вы начинаете читать в Википедии статьи и в интернете гуглить тренинги на тему «Как спать 3 часа и высыпаться». Через месяц таких издевательств вы начинаете искать какой-нибудь «Как убрать круги под глазами?» А потом «О, книга про синдром усталости, дай-ка я ее почитаю». Кто так живет или жил какое-то время? Это забавно, как мы себе загоняем эти рамки. Так вот, это потому, что вы пытаетесь арифметически сделать вариант. Просто работать больше не работает. Работать по-другому. Иногда это меньше. Как это ни странно. Опять, это странно от меня слышать, я понимаю. Я перестал выкладывать результаты месяца, если вы заметили, этим летом. Потому что я понял, что я иногда делаю результаты, просто чтобы сделать результат. Я это не проживаю как надо, но как мне хочется. Такой, о, еще один город, ура! Я прилетел в город на 8 часов. Срочно, трум-трум. Чек-ин, 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 селфи. Ну, вы видели, да, сейчас? Но это прикольно. Уметь это делать прикольно. Но мне кажется, как бы в какой-то момент надо ставить точку. Ваши результаты зависят только от вас самих. И еще одна интересная вещь, что передача вот этих вот вещей, которые увеличат вас в 10 раз, она идет только от человека к человеку. Ее невозможно понять. Это можно выискивать в книгах между строк.
можно. Это можно выискивать в аудио, в видео. Но как вот текст, аудио, видео – это все фильтры, которые доносят до вас меньше информации, чем источник. Если вы хотите быстрый рост, вам люди нужны, которые уже там. И мне интересно, я вот один раз в Америке был на, ну где-то, наверное, такая же комната была, такой же зал. Там было 500 людей, которые зарабатывают там от миллиона долларов в год и выше. Очень прикольно. Кто-то миллион, полтора, пять, кто-то 100, 120, 130. Ну, разные люди, разного пола, вероисповедания и так далее, и так далее. И в тот день выступал один из миллиардеров из списка Forbes. Спокойный такой дядечка вышел. Говорит, ребята, я за вами вот смотрю. Я вижу, вы большие, я слышу, что вы говорите, вы большие молодцы. Вы огромные молодцы. Но перестаньте уже тупить. Говорит, вы можете гораздо больше. Вы просто, вы поймите, вот представьте себе метафору, да, вот, что вам нужно набрать себе воды. Вот у вас есть, вы пришли там с ведром, и у вас есть, и вы говорите, так, я буду сначала чайной ложкой набирать. Ну, чтобы пипеткой. И вот вы с этой пипеткой, а источник воды где-то вот в 5 километрах. И вот вы ходите туда и придумываете себе так, а что если две пипетки взять? А что если пипетки чужими руками? А что если эффективно вставать в 6 утра, пока никого нет, без пробок туда бегать, еще заодно бегать можно начать с утра. Туда с пипеткой, обратно с пипеткой. Два раза сбегал, уже как бы подкачался, и воды в два раза больше. Вот. А можно просто прийти с ведром к океану и черпнуть. Во-первых, океан не обеднеет. У нас у многих стоит в голове мысль, что если я больше заработал, у кого-то стало меньше. Вот океану реально пофиг, вот вы с пипеткой ходите или с ведром. Это раз. Второе, мы еще можем всегда скреативить. Вот эти действия, они одинаковые на нашем уровне сознания, на нашем уровне денег и на уровне в 10 раз больше. Хождение одно и то же. Потому что в одном случае вы пипетку носите, в другом случае ведро. Да, ведро нести тяжелее. Без вопросов, чем пипетку. Да, нужно будет что-то менять. Но ведро – это ведро, пипетка – это пипетка. И выбирать, на каком уровне вы хотите, вам придется самим. Я надеюсь, такая вводная лекция сегодняшняя вам поможет разобраться в том, что будет происходить здесь следующие 2-3 дня. А пока Максим расскажет, где же сегодня подарки. Спасибо.